этих стенах производят один из самых вкусных и востребованных на рынке лакомств – шоколад. Прямо сейчас около десятка сотрудников вовлечены в многоступенчатый процесс создания готовой продукции. План на сегодня – производство нескольких сотен шоколадных плиток с малиной и миндалем. Основное наше направление нашей деятельности – это шоколадные плитки с всевозможными посыпками. Это и сублимационные фрукты, и орехи, и различные декоративные посыпки. Сначала шоколад разогревают, далее его темперируют, то есть нагревают и охлаждают до определенных температур. Благодаря этому масло какао затвердевает в определенной кристаллической структуре. Шоколад приобретает блеск и звонкий хруст. Молочные шоколады температура темперирования ниже. Она должна быть порядка 29-29,5. Если мы говорим о темных и горьких, то здесь можно прибавить температуру до 2-3 градуса, еще на 2-3 градуса. Это 30-31 до 32. И качество шоколада не теряется. Уже после этого из шоколада формируют плитки, их посыпают дополнительными ингредиентами, лакомство охлаждают и упаковывают. Познакомиться с производством, узнать о проблемах и предложить помощь в торговый дом шоколада приехали глава Химок Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина, председатель Совета депутатов городского округа Александр Дринов. Владельцы шоколадного семейного бизнеса Ирина и Андрей Ващенко рассказали, что ежедневно они отгружают около 2 тонн шоколада. Это около 200 наименований. По словам предпринимателей, за 4 года производства им уже тесно в стенах их небольшого предприятия. На объекте, на котором мы сейчас с вами находимся, настолько стало тесно, что принимать дополнительные заказы просто становится невозможно. И мы отказываемся от ряда очень интересных проектов, которые бы действительно могли бы привести к еще большему развитию. Администрация города готова помочь, отметил Дмитрий Волошин. У нас есть площади в городе, у нас есть земельные участки. Какая помощь нужна, административная и юридическая, мы вам обязательно поможем. Сейчас предприниматели будут решать, как дальше расширять производство, либо приобретать земельный участок и строить на нем новое предприятие, либо же арендовывать готовые площадки. Для гостей же организовали экскурсию, продемонстрировали технологический цикл производства и виды шоколадной продукции. Также дали возможность создать свой собственный шоколад. Например, Дмитрий Волошин предпочел посыпать молочный шоколад миндалем и малиной, а Ирина Роднина приготовила эксклюзивное лакомство с миндальной крошкой и взрывной карамелью. У меня, может, не так красиво, но зато будет вкусно. Мне кажется, это то производство, которое не ставит вопрос о сбытии, потому что слишком вкусная продукция. Я сама пробовала, даже не зная, что это производится здесь. И должна сказать, действительно, качество соответствует и высокого уровня. И очень приятно, что это Химка. Что это свое делается здесь. Наши резиденты развиваются, химкинские, и нас это интересует. В первую очередь, нужна ли какая-то помощь со стороны администрации для того, чтобы наши резиденты могли развивать свое производство. Глава города пожелал, чтобы химкинский шоколад под маркой «Либертат» можно было чаще видеть в розничных магазинах городского округа.